Всем привет на 88-м стриме. Мы продолжаем проходить игру Lost Odyssey. Это 16-я часть по ней. Я вернулся из поездки, так сказать. Так что продолжаем серию стримов. Если честно, я уже забыл, на чем остановился. Так, что там было? Помню, третий диск. Что-то там мы куда-то на поездах ехали. А, этот там захватил власть Гангора. Можно сказать, развязал войну. Заморозил там всех. Ну, это даже не война, это так. Заморозил и все на это. Ответить никто не может. Что-то мы там детей спасли на поезде. А, не, не спасли, а они остались на половинке поезда, а Каем с Сарой, да, туда в ледник врезались. Вот, вроде как-то так было. А, точно, а это Дженсен с... Не, Сет и кто? И вот этот вот король. Они в каком-то там городе. В Уре, по-моему. И они там что-то ищут. Что-то, блин, уже забыл. В общем, там, по-моему, сейф как раз-таки и есть. Привет, Снап. А, Толтон его зовут, точно. Да, мы в этом вот городе. City of Ura. Если честно, вот не могу вспомнить, с какой целью, что мы сейчас ищем. Но, по-моему, нам нужно просто как-то куда-то деться, так как мы сюда телепортировались из поезда, когда он замерзал. А, или Толтону надо заявить то, что он жив, да, или что-то такое. Мы сказали же, что он умер. По-моему, вот типа того. Сейчас я секунду монитор переключу. Так, по-моему, я здесь, да? Ну, вот здесь путь, куда нужно идти. Посмотрим, нет ли чего тут. На плакатах. Королевна? Не, мы с королем. Королевна там где-то. Она с Дженсеном в поезде. Там помнишь тоже они. Он это. Ну, они. Ну, короче, блин. Спаслись с помощью своей магии. О, семечко. А, я и забыл, что здесь нападают. Так. Что там? Там физическим нас атакует. А, ну они тут дно, понятно. Он же вроде тоже физическим нормально атакует, да? Даже сет в дефенд, там восстановится еще. Не особо смотрится, да, сет это. Ну, что поделать.
Так, лестница. Что-то как-то я вообще не использую эти Power Drink, там, ну, всякие вот эти штуки, которые там, типа, офигенные всякие напитки, там, таблетки или что-то такое. Они даются, а я что-то их вообще не использую. Так. Или танк. Может, надо продать их хотя бы, хоть за копейки. Чего они инвентарь забивают? Никогда они мне не пригодятся. Раз можно без них сейчас обходиться, значит, можно будет и потом. Потому что магия-то растет. Хотя у меня вот сейчас, например, нет ни одного мага в команде нормального. Но все равно лечить-то, в принципе, могут. Я думаю, раз у меня нет ни одного сильного мага в команде, значит, не будет никаких боссов, где нужна сильная магия. То есть, где нужно лечить слишком сильно, там, или что-то такое. Мне кажется, не будет. Учитывая, что эта игра вообще такая, да, довольно казуальная оказалась. Так, дверь. А тут что? Еще дверь. И все. Ну, пойдем вначале в эту дверь сами. Я же понимаю, что некоторые во вторых, когда экипировка на перцах отображается, но я не приверженец такого подхода. Ну, вообще все выглядит глупо. Ну... Ну, как бы, реалистичность, на... Оно в реальности так глупо бы выглядело, если бы, ну, так, да... Так сказать, магия бы существовала, магические предметы бы существовали, их пришлось бы действительно надеть, чтобы они работали. Даже если бы они глупо выглядели. Рингмейкер. Ну, у меня опять левел 1 не нужен, а на левел 2 мне ничего не хватит, да? Ладно, ничего не надо. Ну, фиг знает, Снап, это ты так зря утверждаешь. Может быть, там надо именно... его надеть на то место, куда оно предназначено. То есть, если серьга, значит, надо обязательно на ухо. Иначе не сработает. Это же магическое, там логика не объяснишь. Магаз. Что нам надо? Стил с этим фоном. А, ну это обычный стил. А, ну это фигня, она, блин, у всех есть. Да ничего не буду брать.
Так, а, вон там дверь есть. Она закрыта, ясно. Ну, значит, как раз таки идем во вторую дверь. Походу, я правильно, что сюда вначале побежал. Ну почему? Просто у нее было до этого то, что, так сказать, ей попалось. Никто же не говорил то, что у нее до этого было, это было на пределе ее возможностей. Или то, что это было самое эффективное для нее. Раз у этого цифры больше для нее, значит это наоборот более эффективно. Так, тут дверь. То значит это более оптимальный вес и так далее. Пустая комната. А, ну это гостиница, понятно. О, узнал. Говорит, лорд Толтон, вы все еще живы. А ты? Я был одним из... Кем? Сейчас я переводчик-то открою. А. Скромным... Слугой Зифа. Зифы? Кто такой Зифа? А. Нашего предыдущего короля. Я сомневаюсь, что ты помнишь это. Ну, короче, ты, типа помнишь меня, да? Но я был. Ну, у меня был, типа, имел честь несколько раз встречаться с вами несколько раз, ваше высочество. Однако... Понял. Планируется пешее. Я вообще не могу понять смысл этого предложения. А, уже в городе, ну, типа, уже пошли планы по это, ну, при церемонии королевской преемственности. Типа, уже следующего короля хотят назначить, что ли? Что означает ваше присутствие здесь? Чтобы сделать длинную историю короткой, нам нужно оставаться под прикрытием, или королевская жизнь будет в опасности. Можем рассчитывать, что ты нас никогда не видел здесь?
что говорит мужик? Ну, он говорит то, что это, ну, типа, уже это я так понял, церемония в городе намечается, это преемника будут короновать, что ли. Вот, и он спрашивает, типа, ну, что за фигня, почему ты тут? Вот, а они говорят, ну, нам нужно пока под прикрытием оставаться, типа, ты будешь молчать? Он говорит, ну, вон что говорит. Не знаю, ну как это? Бывали же в истории такие случаи. Значит, кого-то из, не знаю, еще близких там. Ну, Гангору сделают королем, чё. Так, тем не менее, как это перевести? Pitiful. Вообще слово так очень не видел. Жалкий. Какое жалкое состояние дел для это, полноправного короля Уры. Хорошо, я понимаю. Ну, буду оставаться лояльным до самого конца. Преданным, да. А вы знаете, Ваше Величество, уровских этих королевских печатях. Они могут помочь вам, если вас будут преследовать. Королевские печати Уры. А, это собственность Уры. Пунктиром, пересекающий мир? Что-то не понял. А, привет, Гринти. Ну и чё, что он стримит? Я знал, там, наверное, Династия Вариор стримит. Мне это не очень. А, телепорт глобальный дали? А, и только этот, ну, я так понимаю, члены королевской семьи, да, Уры, могут открыть его. А, я верю, что он расположен где-то внутри города. Metal Slug, я даже ну, что-то сто раз слышал это название игры, если честно, так и не понял, что это за игра. Не видел, как-то не играл.
Да зачем объяснять? Ну, потом посмотрю. Они сказали, сила печати будет раскроет себя, чтобы типа только, ну, достойным трона. Она раскроет свою силу только для тех, кто достоин трона. Короче, печати явят себя лишь владельцу трона, и ты можешь рассчитывать на эту силу. Что-то типа того. Ну, короче, я так понял, сейчас где-нибудь будут в городе телепорты, которые видим только, ну, только Толтон, да? Ну, типа того. Понятно. Позволь мне дать это вам. Я надеюсь, ну, кажется, полезным. Талисман. Что за талисман? Надо посмотреть талисман. Absorb Magic. В сценарии Absorb the Magic Damage Inflicted by Enemies. Прикольно. А что она учит? Spirit Magic? Ну, пусть пока учит. А у него что? А, у него черно-белая магия. Ну, в принципе, это нормальная возможность, если ее дать как, ну, в один из слотов там, да? Уважаемые гости, у вас есть вопросы, комментарии, предложения? Да, напишите в чате. Процентов 5-15, ну не знаю, в принципе. Сейчас, секунду.
Так. Что тут нет ничего больше? Давай, снап. Сейчас, наверное, пока ничего такого не будет. Похожу тут, вещи пособираю. Тут все книжки, которые попадаются, я вот так буду всегда просматривать. Пустой шкаф, ну как так можно? Пустой сундук? Да это же нечестно. Стоп, а тут что? Пустая мусорка? Да это же кошмар. А, может потому что я тут уже был в начале игры? По-моему, был. Добро пожаловать. Да, где книга жалоб? Хоть бы семян насыпали там в эту мусорку или что, ну как-то надо как-то гостеприимным-то быть. А, я хотел бы пожелать вам, остаться здесь, на ночь, услуги отеля, да, боюсь, это будет сложно. Некоторые солдаты ищут вас. Не беспокойтесь. Мы не позволяем нашим гостям. А, мы не позволим. Никогда не позволим нашим гостям прийти. Блин, как сказать? Сейчас лучше пусть Google переведет. А, попасть в неприятности под нашим присмотром. Сейчас уже пошу. Да, примерно так. Я попрошу шефа открыть заднюю дверь для вас. Это будет наиболее безопасно. Фото выход. А, уже попросил, да? Так что
Пожалуйста, проходите. Я понимаю, что шеф подготовил специальное меню для вас. А, типа он еще и повар, да? В любом случае, оставайтесь с нами. Вы будете полностью в безопасности здесь. Только убедитесь, что вы не используете передний вход. Он очень опасен. Объем. А это вот это задний вход, да? Сейчас мусорка. Пустая. Это тут задний, да, выход? Я так понимаю. По всей видимости, да, наверное. О, вы бежите от солдат, да? Типа отвали. Так, я вижу люк. О, можно пнуть. Оказывается, если пнуть бочку, у нее вверх подлетит крышка. Ладно, не будем сильно придираться. Так потому что развесили уже снап, походу. Фотки. Или, ну, или другой вариант. Они не то чтобы знают, это как бы. Когда мы к кому-то подходим и нажимаем кнопку разговора, предполагается вообще часто в играх, что мы что-то сказали, то, что нам не написали. Ну, типа, знаешь, мы там ищем кого-то, да? Ну, знаешь, там дали такой мини-квест, там, найти человека, да? Мы подходим, нажимаем говорить, и нас сразу пишет, ну, уже ответ, да, там, например, я не знаю, где он. Откуда он знает, что мы это спросили? Ну, потому что предполагается, что мы подошли и спросили, а вы не знаете, где этот человек, да? Ну вот, ну то есть вот такие какие-то вещи. Как бы опускают некоторые детали, как бы разговора, которые, ну, чтобы не повторялось 100 раз. А, реализм, ок. И насчет печешься, ну, это ты не совсем так. Я просто констатирую факт, там есть что-то говорить по поводу этих серьг там или так далее, да. Я просто говорю, как бы объясняю это, а не говорю, что мне это нравится или не нравится. Так, стоп, у нас есть вниз путь. А, нету вниз пути. Нет.
Нифига не надо было. Ну, это, в принципе, было очевидно, я просто проверил, ты написал. Я мог уже спокойно идти. Хотя вроде выглядит, как будто я могу идти. А, ну правильно, потому что я же опять опустил его. Угу. Тут уже нападают. А, да хотя, в принципе, везде нападали, кроме отеля. Ну, да. Просто редко довольно. А, даже страшный? Я думал, тут какие-то будут крысы там, не знаю. Решил загадку. Ну странно, что-то враги тут слишком смешные уж. Persistence выучился. Это от этого от Толтона, да, она выучила? А что это было за возможность? А, yes. МП Гвард. Возможно, вот это выучить может надо. Или вот это. Ну, одно из двух, наверное. Ну, пусть и... оно по 10, ну, пусть то и то учит. А, типа быстрый выход, да? Я так понимаю. Мы вроде пришли отсюда. Secret Cave. Я думаю, там еще побываем. И даже очень скоро. Но не прямо сейчас. Так, и что я нажму, и что с ними станет? Опа. Что, теперь смогу запрыгнуть? А, ну да, в принципе. А, ну я и там мог, только в другую. Ну, в общем, то есть сначала в одну, потом в вторую. Стоп, а куда тогда вообще идти, если тут только сундуки? Лариус бомб. Сильная бомба какая-то. А, идти вон.
В смысле, откуда знают эти названия, если тут все такое секретное? Ну, разработчики откуда знают или что? Да не, тут персонажи не обязательно что знают, об этом никак не говорится, что они знают, что это за название. Не, ну если это город, там Ура, да, или там Нумара, то ну понятно, что они знают. А такие локации не всегда. Они же не сказали, о, это секретная пещера. Хотя, если честно, по ней, в принципе, видно, что она секретная, если она оборудована и нигде на какой карте ее нету официальной. $570. Это уклончивый. Так, надо полечить. А, у нее вообще нету белой магии. Попал. А, кстати, что-то непорядок должно быть. Ну ладно, пусть у него будет магия, пофига. Просто у нее маны 100, как бы, и, ну, никак не используется. Так, надо вначале посмотреть, что это нам даст. Ну, нам надо просто всю воду спустить, да? Вместо одного хила за 20 потратил 4 по 5. Ну да, экономия на лицо. Так, ну ладно, откроем это, сейчас все вытечет. Странно, что-то оно тут поднялось, а тут оно не опустилось. Как же так? А, потому что это поднято? Я что-то не понял, через что оно поднято.
Во-первых, что тут? Надо посмотреть. О. И как мне спрыгнуть, чтобы это взять? Или мне надо оббегать, фиг знает где там, спускаться. Разве семена? А по-моему там было печати, по-моему, Силс был, разве нет? По-моему, тут надо просто эти две открыть и все. Фиг знает, что я делаю. Всего лишь год с медицин. И нельзя пробежать под этой штукой. Что за дно? А как мне тогда туда спуститься и взять? Значит, я там тоже не смогу пробежать снизу. А при чем тут Каин? Сет же тоже бессмертная. Возможно, этот предмет всплывает? И ведь нельзя отойти, пока полностью не сорняк работает. А, отсюда зачем я закрыл это? А, кайфу не жалко, ну. Это твои личные предпочтения. А, надо до половины спустить, да?
Так, значит, это надо закрыть. Это не солдат, это пушечное мясо какое-то. О, Брэк Хит вышел только. Что это такое? Где я не вижу? А. By places any defense and directly inflict damage on the enemy. То есть, типа, неважно какая защита, все равно урон наносит. Интересно. Так, Spirit Magic она выучила. Ну пусть талисман этот выучит. Так, а у нас есть слоты? Может тогда есть слот, дайте магию какую-нибудь сучить. О, есть слот. Ну не знаю, как бы слот можно сейчас потратить, а можно другой группе дать там. У них там мало, но не знаю даже. Как думаешь, Снап? Надо, не надо. Ну ладно. Так, теперь сделаем, тут у нас полная, а тут у нас пустая. Сейчас будет. Так, теперь у нас тут будет пустая закрытая, а там полная закрытая. Откроем и будет по-поровну. Че, не зря старался, что ли? Это черная магия 5 уровня. Накладывает какой-то статус Cures на всех врагов. Ну, я думаю, нормально пригодится. Или она у меня была? Ну, задачка-то да, но просто тут вначале нужно изучить, что это вообще нужно сделать. Задачка обычно, как бы, да, ставится, но изначально вот нужно в этом, в этой штуке, чтобы было половина там, да? А тут я вначале вообще не понял. Вообще я думал, надо бежать вначале, ну, то есть... Не сразу понял, что мне вообще нужно. Не, ну а кто сказал, что здесь должны быть сложные задачи? Это же не квест. Ну, все, тоже выучила Power Guard.
Так, мы где-то вылезли. Налево, направо. Ну-ка. Налево. О, можно пнуть. Smelling salts. И что это дает? Не понял, где. А, вот. Специализирует. А, ну, recovers one party member from dizziness. Вообще я так и не до конца понял. Эти солдатики, они просто реально не узнают короля, или они как бы предатели и как бы за Гангоры именно идут сознательно. Классно, если ящики пнуть, они сразу исчезают. Типа, они же уже пнуты, значит, они уже все невидимые. О, лол. Ну, снап, это перебор. Ну, встречаются, да, ну, как бы каждый же лепит игру как хочет, не обязательно каким-то там стандартом следовать или что-то такое. Ну, даже наоборот, хорошо, когда не по стандартам. Но, как бы, все равно, все-таки жанр не квест. В некоторых квестах загадки тоже не встречаются. Вот это новость. Так, это мы обошли чуть-чуть.
А надо ли было обходить? Ну, вроде да. Ну, что тут важно? Кто там свалился? Нифига себе, кот спрыгнул. Норм вообще. Теперь проверим, что тут, потом на лестницу. Ну, тут пнуть можно. Я хотел уже на лестницу идти. Загадки на скорость в квестах, да, это плохо. Квест — это обычно такая игра, в которой можно, ну, там одной рукой играешь вообще, да, и не паришься насчет времени. Да, квесты, мне кажется, не должны использовать реакцию или напрягать как-то человека, кроме как умственно. Это ж как бы... Да, ну это вот такой смешанный жанр получается, если в квесте еще и напряги с управлением, то есть там что-то надо бежать куда-то или что-то еще там быстро выполнять. Уже не в чистом виде квест. Так, лестница, а тут ничего. Ну, слезаешь? Амброзия, что это? Castle of Ura, Station Square. А, мы пришли уже к замку? Ну, его что, коронуют, что ли? Они смотрят в заставку. Heal full. Первый раз такой попался. Вот морок нишняк. Слот сит вам дали. Уже два, значит, у нас. Так, посмотрим, что тут еще предлагают. Спалось. А если с людьми поговорить? Нет. Ну понятно. Так, по-быстрому пробегу со всеми. Вдруг что там, кто-то что-то даст или что-то такое. Читать, конечно, не буду всех.
Понятно, что они там все очень любят короля, оплакивают этого Толтона. Гангора офигенен. Кстати, а ничего эти солдаты мне нет? Ведь ты как раз на Гранд Стаф, то было круто, ну да. Не, почему жахнул? Он же просто включился. У меня было два выбора, либо сюда бежать, либо вот там в другой был выход с локации. Не знаю, побежал сюда. Да, Гангора будет королем. Отлично. Офигительно. Да не, бесполезно с ними говорить, они все не очень. Подожди, тут вон что-то важное. Короче, процедура, чтобы не королевской крови человек мог принять трон. Has imbibed the history of the throne of Ura. He has won the right to be named official successor to the royal house. Ну, официальный преемник, типа. Rejoice, for a new era has come for the everlasting royal house of Ura. Damn you, Gongora. You intended this all along. The ambitions of mortal men know no bounds. Problem is, Gongora is immortal, and his ambitions reach even beyond that. I have been a fool. Listen, this isn't the time to blame yourself. Or would you rather just let him get away with it? Типа нет времени обвинять себя. Certainly not. All right then. Now, how do we get to him? Да, это было, конечно, так логично выкрикивать это из толпы.
Типа, нам пришла весть, король Годзе умер. Короче, говорят, мы Годзе отомстим за короля. Ну фиг знает, не объяснили как-то. I make this sacrifice to kindle the royal blood within me and thus make it my blood. Sed. Не, что, ну, что происходит, я не знаю, но это не землетрясение. Так, тут замес такой нехилый.
А нам-то что делать? Ладно, пойдем. Пропустите. Ой, подождите. Пропустите. А, напал кто-то. Не знаю. Но я думаю, наверное, в курсе, скорее всего. Сколько? Стоп, на нас и готские, и уровские нападают. Отлично. Между двух огней. Причем они такие довольно-таки нормальные. Вот почему у них было раньше 200, теперь 980? У него есть что-нибудь такое? Вон, типа... All Shield. Они-то против друг друга тоже. Что-то я, честно, сразу не додумался. Да, не могу. Хотя, возможно, все равно придется всех убить. Я посмотрю, как играть все равно. Попадает все равно. Конец битвы. Все равно придется этих тоже убивать. Так, Вакер, ты пока в дефенс. Все, что у тебя скиллы? Ты полечишь зефиром. Да ну, я не думаю, что из-за этого снап. Ну, вряд ли. Вряд ли, мне кажется, из-за этого. Придется добить. Зато они никому не расскажут. Ну не знаю, но я говорю, ну вряд ли. Что-то как-то прям не верится, если честно. Ой, а ты давай хилу.
Я точно заходил. Не, ну знаешь, возможно, как бы армия Годза не знает, что здесь могут быть и союзники, они просто убивают всех вооруженных. Как бы все вооруженные здесь в стране Уры, ну, по логике, как бы, да? Как бы, возможно, с ними-то сейчас невозможно договориться. Так, Сет выучила контр-квард и абсорб мяч. Ну, попробую, если будет еще в следующий раз. Пусть вот этот Black Hit учит. И чё ещё? А, и всё. Она всё знает. Хотя у него точно самый сильный стоит за всё, что есть. А, у него церемониальный... Вообще церемониальный меч, по-моему, тупой должен быть. Ну ладно. Гвард. Ну ладно. Ой. Вот куда бежать-то? Да я не вижу, здесь можно пропихнуться, но... Теперь по двое. Так, ну пока что не атаковали, ну посмотрим сейчас. Так, 530 у него осталось, ну как раз таки на две атаки, в принципе, должно хватить. Хотя, лучше на всякий случай пусть это дефенд, а вот он атакует, потому что еще эти годзы тоже будут атаковать. А, не, ну вон, все равно, я же говорю. Глупость, да. Но я же говорю, скорее всего, это потому что сейчас, типа, никто там не будет разбирать. То есть, кто... Если нам надо добраться до их главаря, тогда, может быть, он и отдаст приказ, чтобы нас не трогали. И то, если получится его убедить.
Да где ж мне пройти-то там, да? Бежать нельзя. Очень интересно. Война кругом, какой побег. Ну, мне надо же как бы вперед бежать, я не понимаю, куда. Были бы маги. Сейчас хоп, там на шею бы наложил бы там Олд Лара. Мэйдж 2015. Ой, что-то Толтон там это не очень. А почему у него мана потратилась? Во что? Так у него же маны ноль, как он сделает? Как он не успел причить? А, он еще выжил? Да пипец, он живучий. Подожди, а почему она не вылечила его? А, она только 100 восполняет? Я чуть забыл, я думал, она больше восполняет. Убили короля. Как же так-то? Никто потери не считал. Сейчас они это уровня сами добьют, наверное. Да что ж его-то атакуют? Ну лол. Ну я только ему ману дал.
А почему это нельзя использовать? Power Green. Healing Tank. А, вон. Не, почему? Мне вот это понравилось. Возможность, когда один остается здоровьем. Почему они этого уровня не добьются? Ну? Да бесполезно лечить, они тратят больше, чем на лечь. Почему она сейчас 500 восстановила, а до этого восстанавливала по 100? Квартет выучила. Все, лечись. Лечитесь все. Так. Теперь она будет учить, что у нас. Ну, брекхит. А, по воде можно бежать? Вот лол. Я что-то даже не подумал. Это король Ура? Раскрою позже долгую историю. А, в курсе был, что она это бессмертная? Ну да, очевидно. Вы несчастные черви. Вы... Бомбрин.
А ваши неуклюжие силы ничего не означают. Ну, жалко, да. Акалайты. Отправьте меня к Грандстаффу. А, типа, знаете, что вы, ну, на себя, типа, навлекли катастрофу? Активировать Grand Staff. Создает существ из ничего. Заснеженные пути. О, ЖЖД. А, это дети. Нифига не используют обычно. А, ну он же тоже замерз. Мак, просто не засыпай. Не понял, Хэнкин Зер, как-то непонятно переводится. Ну, типа, мы должны продолжать двигаться. Ну, насчет магии и что? Они же, помнишь, там, когда в поезде грелись уже из последних сил,
Но они же тоже устают. И мана заканчивается, они же не потокеры. Держись за меня. Я в порядке. Я не буду больше падать. Мне кажется, или там сейф на карте? Вообще по логике должен быть. Интересно, тут еще и нападают? Кстати, что там у нас по... А, ну они же не потокеры, чё они? А, ну экипировка. А у них же магия у них родная, да? А у него Spirit Magic, а у нее белая, да? Стоп, ну черную магию надо кому-то дать из них. Маку. Нет, Кук, чтобы она могла и тоже атаковать, а то она атаковать не может. Третий уровень, четвертый же был. У кого-то отец, что ли? Ну хоть третий, то что-то. Так он симулировал снап, ты что, не понял, что ли? Ну, типа, знаешь, как это... Ребенок, когда извиняется, там, да, типа, я больше не буду. Ну, вот он говорит, я больше не буду падать. Больше не буду притворяться. Интересно, это что-то можно взять или это просто фонарь? А, можно открыть. Хилинг там пригодится. Да, там сейф. Но перед этим еще один предмет надо взять. Не может бегать. Да ты чё, какой бегать, они еле идут. Блейзинг круга. За что это? Так вот хоть согреться-то можно или тут просто на открытом воздухе? А, да, просто ничего хорошего. Ну хотя два сундука стоит. Мысль о том, что там что-то ценное, она же греет. Пешком догонится в реальном времени, давай. Семечко. Шарк скин. О, ну все, они должны быть теперь в порядке. Хорошо себя чувствовать и все такое.
кстати, продолжая разговор, я тогда что-то отвлекся насчет этого, то, что меч огромный у Сет, да, там про эффективность и цифры. Ты сказал то, что в жизни нет цифр. Но по сути они как бы, ну, можно сказать, есть. Ну, просто наоборот, скорее, как бы, в жизни просто есть, как бы, у тебя определенно есть выносливость, да, определенные умения, которые, как бы, в цифрах, как бы, сложно изобразить, да, но в игре-то ты не скажешь то, что, там, она довольно сильная, да, ты в игре, как бы, именно цифрами напишешь, ну, потому что просто это же все-таки компьютер, да, как-то там по-другому-то, ну, вот. А так, то есть, в принципе, это то же самое, что и в жизни, просто, ну, как бы, в игре по-другому сложно сделать. Just like a dream, with the warmth that's in your eyes when you look at me. I hear your voice beside me, it whispers to me. I can't hide how it makes me feel, the shyness you see. Ну а чё, ему норм, он наедине с этой королевой остался. Something so cool in this life of mine that I... Oh, I'm sorry. I didn't mean to wake you. I dreamed you were singing. At least I thought I was dreaming. Were you really singing? No, yeah, it's not something I do with other people. What happened to your eyes? My eyes? The color's different. Что с твоими глазами? Цвет изменился. Что происходит? I had a dream. You mean your memories? У меня был сон. Ты имеешь в виду твои воспоминания? Yes. Да. Somehow, protecting you and releasing all that magic energy, it might have released the seal upon my memories as well. After all, I did seal off my own memories. После всего, ну, я распечатал свои воспоминания. You remember? That's great. Ты вспомнила? Great. Это круто. What's wrong? Что не так? Are you upset about something that happened? Huh? Каим really hated his memories. Каим ненавидит свои воспоминания. Nothing but painful. As painful as it is, I think it's my duty to regain these memories. Duty? Мой долг эти воспоминания восстановить. Каим,
likely had much more involvement with other people than I. He has seen much more of life and death. The weight of 1,000 years can indeed be painful. Не очень понял. But I want to look back carefully at all of those years. Wow, 1,000 years. That's really long. I can see how it could be bad. Ну, она вроде хочет все вспомнить, тысячелетия. Except for yourself, that would be hard. You are incredible. To live 1,000 years, simply incredible. Невероятно жить тысячу лет. I can't even imagine. Не могу даже представить. Here, have some food. Немного еды. This was all there was. It's not fit for a queen, but you know, it's. Не королевская. Thank you. Shall we eat? I'm okay. You go ahead. You need to get your strength back. You must be exhausted. You had to use a lot of magic energy to protect me. But as a result, I finally know who I am. Thanks to you. Он говорит, как результат, я наконец-то знаю, кто я, благодаря тебе. You basically protected me. Gee, that's really embarrassing, actually. Oh man, I don't want to remember that. Я забыл, как этот остров называется. Что-то будет его слово. Well, your majesty, what will you do? All of your precious subjects shall now become fodder for Arthrosaurus to feed on. Everything they have built, their town. Culture, history, все, что построили, города, культуру, все буквально будет разрушено. Только ты можешь это остановить. Even more of your people have been slaughtered. Gongora, you monster! You and I have an eternity. But do you have time to hesitate, your majesty? Are you deaf to their screams? Не пойму, что он требует. What must I do? It's times like these that immortals are so inconvenient. I can't very well take your life. However, whether one chooses to live as a walking corpse or to throw one's life away, the end result is the same. What are you talking about? You will seal off your memories. What? Your magic energy is very powerful. Use it to hypnotize yourself and lock your memories away. If you do so, I shall halt Arthrosaurus. You coward. You have only two choices here.
Your Majesty, please, we must hurry. Who are you? And why do you address me as Your Majesty? Because you are the Queen of Numara. I am? Truly? Так, надо разобраться, что мы сейчас видели. Я до конца не понял. Я так понимаю, это показали предыдущую ночь, что ли? Вот то, что о чем она говорила с Дженсеном, да? И что получается, и она с Гангори, что ли, вот виделась? И что он ей сказал распечатать свои воспоминания? Или что-то я не понял. А, напиши тогда, как правильно. Что-то, да, плохо понял я. Наоборот все. Что там наоборот? Запечатать? Ну так она же у нее и были, они запечатаны, она же не помнила вроде все. Единственное, я понял, что он сказал, ну как вынудил это сделать, чтобы остановить вот эту вот бойню. А, это был флешбэк, когда первый раз они встретились. Он заставил ее запечатать свои воспоминания. А. Ясно. То есть это как. Это то есть очень давно было, я так понял. А, когда он спасал неудачника, то слишком много потратила сил и сама себе распечатала. Ясно. Смотрим дальше. I have been brought back for my people. Минг, куда ты пошла? А ну куда-то ушла, да? Ну, пойдем найдем Кайма и остальных. Так, что у нас тут есть? Камни, 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 камни. А нападают тут? Нет. Ну, вообще, судя по тому, что они тут отдыхали, мне кажется, не должны. По логике. Или к костру не подбегают монстры. Ой, печалька. Вначале тут проверим, что у нас есть.
Кюрол. А, вон, подаль, да. This does not look good. О. Тут что-то типа скорпиона. Так, а вот они же теперь маги. Теперь у нас наоборот два мага. Интересная ситуация. А, здоровье-то мы теперь не знаем, кстати. Но я думаю, можно All Flare сделать. Посмотрим, насколько они сильные. Накладывает какой-то статус непонятный. Старый город? В смысле, какой старый город? Так, не обратил внимания, сколько у них потратилось, потому что читал чат. Но явно им не хватило, что уже не очень хорошо. Давай призму еще сделаем. А, не, ну это, ты что забыл, что ли? Этот же заморозил все Гангора. Тратить они, в принципе, мало, но какую-то не быстро. Получила 2 аксессуара. Сейчас посмотрим, расставим там все. А Минку, а она же у нас, да, она же потокер. Так, скилл. Не, вначале не скилл. Не, вначале скилл. Так. А она еще не выучила 5-й уровень черно-белый. Так, линкет скилл. Да ей ничего не нужно. Ну, стил учить, ну... Ну, пусть учит, хотя это бесполезно. А, вот ей надо тогда, наверное, дать слот. И поместить туда возможность... 2 аксессуара, наверное, носить. Что она еще умеет? Много чего умеет. Привет, Тор. Вместо кастинг саппорт. Ну да. А, этот вот. Вот статус анализа, точно. А Дженсона что у нас экипировано? А, магическая физическая защита и магическая еще раз защита. А, это именно когда критический, а это всегда. А у Минг. А, ну да.
Ну ладно, не будем тогда ей пока слот давать, наверное. Вроде бы и так пока сойдет. Так, пусть он уже полечит, наверное. Но хил слишком мало будет. У нее там, да, у Минка там посильнее есть. Пусть она лечит. А он тогда пусть сразу призму делает. Вон, у нее есть хила. Хотя не, хил это будет слишком мощно, но у него там не так много здоровья. Ну и нормально. И еще раз пусть полечит. У нее же есть возможность, по-моему, в Defend'е восстанавливать ману. Если есть, то вообще, в принципе, не проблема. Да, они же еще и тратят, я забыл, надо было все-таки хилы делать, не париться. В смысле, я делал что-то, что можно украсть, и что? У них у всех что-то можно украсть. Ну... Дальше на том месте, если мне кошка на композит. Посмотрим. А там тип не пишет, да, у нас? А, земля. Ну, против земли у нас... А, не это ветер, по-моему, да? И 830 у них, кстати. О, еще слот сит, у нас уже три слота есть. Надо использовать при необходимости. Так, тут у нас что? Стоп, тут понятно, а тут тогда что? Сундук. Ну, не знаю, Тор, пока не было, уже очень давно не было сна. Хотя я разговариваю с максимальным количеством людей. Ну, кроме там одного места, где их было просто толпуще, там я, ну, не со всеми разговаривал. Нам нужны подсказки, что мы должны делать. Не, Снап, откуда у нее будет сон, если она распечатала полностью свои воспоминания? Ей нечего вспоминать. Я так понял. Это Каем там мучается по одному, что-то восстанавливает, а она взяла так просто хоп и все, и норм. Как насчет выбрать другой подход?
например, ну, Каем и Сара где-то на это, магической железной дороге преследуют Куки, ну, не преследуют, а это следуют за Куки и Маком, правильно? Да. Где-то на западе, что ли? Как это правильно сказать? Ну, так она просто вспомнит, что жизнь издалась, говорили же, у нее в жизни не было так много драмы, как у Каэма. А, ой, фу ты, Восток, да. Восток, Восток. А, Торус, что такое? Чё нового? А, они движутся на восток. А люди выжили, надо же, при таком холоде. Я думал, там абсолютно ноль был. Тут уже это не должны нападать, я так понимаю, раз люди стоят. Типа, кто знает, что случилось с Гоцей, король умер, это то, что я слышал. А, неверное направление. Не хочу сон, ну так его же и нету сейчас. Абсолютный ноль, послушайте, это капецкая трагедия. Ну, вообще-то трагедия, как бы, ну, никто не выживет, даже в домах. Ну, не знаю, даже с пластиковыми окнами. Меня все равно же она проморозит очень быстро. А, кстати, это же вот, это же Лоу Сити, я что-то узнал только что. Лифт этот. Нижний город. Где мы бегали. Ну даже работает лавочка. Стопа, там же дверь, да? Была вроде. Примерзла. Мусорка замерзла так, что из нее не достать ничего. Ну не знаю, может быть вот как раз таки сделали большую печь, раз это... Обычно зима у них наступила. Ну не знаю, не знаю. Но все равно зима обычно наступает как-то постепенно немного, да? Ты вначале там одеваешь легкий свитерок, потом там длинные штаны, потом уже там толстые штаны, куртку, а тут они в футболках, понимаешь, и в шортах, и в тапках шли по улице, и тут на тебе снег там со льдом. Так, сейф, подожди, сейчас тут еще пробежим. О,
Ну, минус 40, да, бывает, но не знаю, я самое, ну, холодное, ну, так сказать, погоду, которую на себе ощущал, это минус 36 было, не помню, пару лет назад. Ну, не пару, чуть больше уже. Несколько лет назад. У нас тут это меньше не бывает, но это вот почти что рекорд был. А так, в Россиюшке, да, бывает. И меньше, чем минус 50. Да, Каем тут побывал, все мусорки пустые. Кошмар вообще. Лифт сломали, что ли? А, не. Эй, подожди. Я с чуваком не поговорил. Отправить сообщение, он просит Гилгефу. Где его найти? Ой, да у них все работает, чё они парятся? О, может этот там денег нам выиграл? А, он же Каему одалживал, а нас-то он не знает. В смысле, Каем ему одолжил. 42-45? Ну это да, это жестко довольно. О, чувак и ушел, кстати. Че? Бэк-ярд появилось, не было раньше такого. Давай с 10 этажа начнем. Ну, можно войти. Вон, видишь, я же говорю, тут все промерзло, даже в помещении. Не, а все говорит, типа, все играют как прежде. А вот эту комнату, походу, не проморозило. Да. А, не, узнал. Четыре тысячи семьсот двадцать пять. А сколько там было, я уже не помню. Ну, давай заберем. С ними вроде говорили уже со всеми. Или он что-то другое уже говорит. Ну, вообще, по идее, должны что-то другое говорить. События-то изменились. Так а нафига ему деньги давай? Ну ты видишь, это вообще не приносит прибыли.
общем, тут делать нечего. Стоп, с этими не поговорил. А тут мы, по-моему, встречались с этим королем Годзе, да? И они не тут, на другом этаже. А нам что-то покупать надо, не? Тут вроде кольца, да, собирают, кажется. Что-то почитать. Книжки-то замерзли, отсырели. Ладно, не буду даже в эти магазины-то заходить. Просто побежим дальше, искать уже, куда нам нужно идти. Мне ничего не надо, в принципе, вообще. А, только-только на лифте тут. Девятый этаж. Ну, я думаю, надо сразу на бэк-ярд было, и все. И, наверное, дальше сразу туда. Явно, что туда, потому что, ну, и раньше не было этого пункта, а тут вряд ли что-то новое появится. Они тут что, бои, что ли, устраивают или что? Сплотсид валяется, ну плохо. Посмотрим. Я так понимаю, с тобой, да, договариваться? Нет, не с ним. Просто войти, что ли, надо или что? А как? А, but I am afraid we aren't open right now. А, говорит, мы сейчас не можем закрыть, типа, ну, ясно. Не дочитал. Странно, но мне не сюда, значит, а куда тогда? Ну ок, пойдем по этажам пройдемся.
помогите мне. Я видел, как черный Килалон ходил здесь, гулял здесь. Очень опасный. Ну, короче, ну... Давай, где? Где? Ну, где? Килалон. Здесь, что ли? А, здесь мы с королем встречались. Восьмой этаж. Пусто. Кто-то все обшарил. Девятый этаж. И где этот черный Килалон или какой там? Где это все? Обманщики. А, да он бухой. Понятно. Куда мне туда идти? А, ясно, по карте вон на восток, да, значит. Угу. Чё сюда вообще попёрся? Ну ладно, там вещичек собрал, в принципе. Можно. Ура. Ой. Ну, как же вот вода не замерзшая, да, в трубе. И теперь эта не замерзшая вода на мне замерзнет из-за холода. Это что такое? Экран? Стоп, лестница? А, ну да. Разбитая. Ну, короче, если Кайм и Сара пошли на восток, то мы должны идти этим путем. Ну и Кук с Маком туда же, чтобы найти Аврору, чтобы встретиться с душой. Да, чтобы отыскать дух их матери.
Туда... А, туда снизу как-то что ли туда взять? Ну, да, времени как бы зря не теряет, а чё? По-моему, правильно делает. Стоп. Куда? This does not look good! На винду. Пол винда. Лестница, наверное, холодная, по ней лезть, руки примерзают. Вообще я не очень понимаю, почему здесь все разрушено. И вроде же город только заморозили, а откуда разрушение? Или от внезапного холода, как бы это, ну типа было жарко, да, потом холод, и оно это слабое стало, потрескалось все. Так, вот железная дорога. Дошли. И прямо на железной дороге стоит сундук. Естественно. Ну и побежали. Прям до куда-то там. А, так это же, по-моему, станция, где эти дети сидят, нет? Или, а, ну хотя они тут все одинаковые должны быть, в принципе. А, ну да, вон их там целая куча. Тут враги, наверное, уже будут посильнее. Такое дикое место все-таки. О, восстанавливалка, отлично, я как раз таки не полечился. Означает ли это, что тут сильные враги, действительно? Или так просто халяву решили дать, на всякий случай? Посмотрим. Водный, земляной. Ну давай винда. А против водного у нас, соответственно, огонь, да, по-моему?
Не, земля. Так, раунда. Нормально, ваншотом. Минка выучила стил. А нельзя дать, чтобы она никакой навык не изучала? Ну ладно, пусть значит остается это, потому что учить там эту... А почему у нее не идет обучение, не понял? Или она настолько медленно идет? Такое ощущение, что не идет обучение предмета. 10 из 35, а было сколько? Ну ладно, посмотрим после следующего боя. Хотя они, в принципе, боев-то еще мало повидали. Ну да, ну ладно, посмотрим тогда. А там нет смысла учить, Тор. Просто я выучил и хотел бы, чтобы пустой слот был, вместо того, чтобы был слот, который уже выучен. Ну, как бы, чтобы не мозолил глаза просто. Нет, Тор, ну оно... оно не нужно, оно повторное. Ну зачем учить черную магию пятого уровня, если я сейчас изучаю возможность черно-белой магии пятого уровня? Этим же персонажем. Вот, теперь она упала. Что случилось с Каймом и Сарой? Они бессмертные, они не могут умереть, правильно? Вставай, мы должны двигаться. Я не могу, не могу двигаться. Вставай. Вот это Аврора, да, наверное? То, что они искали. Что это? А, я слышала голос. Голос? Я не знаю. Может быть, просто звуки ветра как голос. А, хорошо, раз ты сказала, что это голос, значит, это так и есть. Это поезд, да, был? You know, it's tough being so popular. О, уже поприличные компании. Что они там? Ветер?
А против ветра у нас, как ни странно, огонь вроде. О, Лара. Женщина прибьет, надо было полечить. Ну, чего это будет? Ну, я думаю, она добьется. Хотя бы обычный хил. А, ну все, наверное, не понадобится. А, он же там в DC был. Ясно. Да, конечно, как белый маг он вообще не очень. Значит, он пусть нападает Ларой. А она как раз-таки пусть уже лечит Зефирой. Ой, не, Зефир очень долго. Пусть просто Зефиром. А то не успеет еще сделать подушку. Что у них за статусы, я без понятия. Какие-то статусы. Да сколько их прибежало, лол. Что-то вы не очень. А ты что за Дон Лаплос? О, так мало лечит. Печалька. Ой, что-то попахивает ГГ. Ну да. Лол. Обычные враги разобрали. Ну чё, нормально. What is it? I heard a void. I don't know. Maybe the wind sound. Well, if you... Так. Надо там полечить заранее. А у нас же есть, по-моему, декомпозитный что-то. Во, первый уровень, во, второй уровень композитной магии. Во, пусть тоже фигачит. Но это не босс, а так что не факт, что второй раз они же попадутся. Да, вообще не попались.
А на этом стрим заканчивается. Так что, если у кого-то есть вопросы, пожелания, предложения, жалобы, можно писать в чат. Всем пока. Увидимся на следующем стриме.